Спецпроект Института воспитания. Дети России. История каждого из них уникальна. А результат – гордость для всей страны. Дети России. Россия – большая страна, вернее, очень большая. Это самая большая семья народов в мире, в которой все традиции и обычаи переплетаются в одну многонациональную культуру. Всем привет! Меня зовут Дари, и мы находимся в сердце Республики Бурятия, в городе Улан-Удэ. Здесь говорят и на русском, и на бурятском, так и в моей семье. Поэтому я знаю два языка с самого начала. Мы с Дарьей занимаемся, учим бурятские народные песни. Самый большой плюс, что она сама этого хочет. Понимаю и вижу ее потенциал, поэтому я уверена, что у нее все получится. Я выступаю на больших республиканских фестивалях и на концертах в честь национальных праздников. Мой любимый праздник – Сагалган. Это наша версия Нового года только по лунному календарю. Но в деревне это происходит даже интереснее, чем в городе. Там чаще танцуют йохор, а еще есть интересные обряды, которые проводят в священных местах. Так называемая бурятская скрипка, да, очень похожа на, по своему строению и звучанию, на классическую скрипку, но вот постановка, она идет больше у нас как виолончельная. Чем инструмент уникальный? То, что здесь на этом инструменте можно исполнить и народную музыку, да, и классическую музыку любую, и авторскую. Кстати, вы, я надеюсь, заметили, что я уже сменила несколько нарядов. Это мой любимый национальный костюм, называется дегел. Вообще традиционно он должен быть синего цвета, но сейчас допускаются и другие цвета. Я люблю розовый. Но это не все платья в моей коллекции. И надеюсь, скоро они пополнятся новыми, такими, которые я могу носить в обычной жизни, потому что мой брат с женой решили создать бурятский бренд одежды. Мы являемся основателями современного молодежного бренда «Манзо». Создаем современную бурятскую одежду. Мы занимаемся именно традиционной одеждой, осовремениваем традиционной одеждой, потому что мы считаем, что для людей очень важно сохранять свои корни, все лучшее, что сохранили их предки, и это как крепкий фундамент, на котором человек может развиваться дальше. Моя мечта – стать артисткой театра и также привлекать людей красотой народной песни, как когда-то покорила меня Гансесет и другие музыканты. Надеюсь, и вы поймете, что история и прошлое – это не скучно. Это может быть очень круто и современно. Если это будет в нас, выходец из каждого народа республики несет свою частичку в большой портрет России и делает его таким ярким и уникальным.